Страхование от безработицы могут ввести в России. Инициативу рассмотрят на этой неделе депутаты Госдумы. По задумке, это позволит увеличить размер пособий тем, кто не может найти работу. В первое время безработные смогут получать 75% от утраченного заработка, а затем сумма будет снижаться. Для этих целей планируется создать специальный фонд, куда будет перечисляться часть зарплаты россиян. Идея эта не нова. Такой сбор существует во многих странах. Он составляет в среднем 2% от зарплаты. В России подобный фонд уже существовал в 90-е годы прошлого века, но в 2001-м он был ликвидирован. Мнения по поводу данной инициативы разошлись. В частности, против выступают работодатели. По их мнению, предприятия и организации и так платят значительные страховые взносы с зарплаты каждого работника.